Поддержка семьи и детства – одно из важнейших направлений работы. Оно было обозначено в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. В области продолжают разрабатывать меры поддержки семей с детьми. В частности, они касаются расширения действий регионального капитала «Семья». Ульяновская студентка Мария Сидорова стала победительницей федерального конкурса «Профстажировка 2.0». Ее работа была посвящена как раз возможностям использования семейного капитала. Нужно внести изменения, чтобы не возникало таких судебных споров, и чтобы родители могли выбрать, у них был больше выбор для своих детей, куда, например, направить своего ребенка, на какой частный детский сад или не частный детский сад. Сейчас в Ульяновске действует 4 частных детских сада. В них ходят дети из 220 семей. Законом об образовании определено, что садики являются образовательными учреждениями. А вот по законам о капитале оплатить им услуги частников нельзя. В результате возникают юридические коллизии. Изменения, названные поправками Марии Сидоровой, позволяют их избежать. Кроме того, это станет хорошим подспорьем для семей с детьми. Это точно даст возможность помочь нам и предпринимательскому сообществу более активно заниматься вопросами услуг по присмотру и уходу. Ну и даст возможность, скажем так, на федеральном уровне всем нам вместе оказать поддержку создания более комфортных условий для того, чтобы дети были под присмотром. Предложение не ограничивается поправкой Марии Сидоровой. Планируется также расширить временное действие регионального именного капитала. Если мы продолжим региональную поддержку от 8 до 18 лет, в семьях получат детям, в семьях, где, собственно, такая нуждаемость есть, то я думаю, что это предложение тоже имеет место быть, и мы таким образом сможем отрегулировать поддержку семей, имеющих детей, от рождения до 18 лет. Депутаты фракции «Единая Россия» в этом собрании в Ульяновской области внесли инициативу предложения продлить сроки действия 24-го закона в Ульяновской области от 5 февраля 2008 года о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на срок до 26-го года, до 31 декабря 2026 года, и в связи с тем, что данный закон имел срочность, заканчивался 31 декабря 2020 года. Сергей Морозов поручил создать межведомственную рабочую группу, которая займется рассмотрением предложений. Глава области выйдет с инициативы внести изменения в маткапитал на федеральном уровне. Она также будет касаться возможности использования соцподдержки для оплаты услуг частных детских садов. Ожидается, что все поправки внесут на рассмотрение депутатов областного парламента до конца лета. Егор Цитов, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ.